ошибаюсь, вот этот съезд, нет? А не, это выезд. Сейчас чуть впереди. Что-то на что? А вот поворот указан. Где машина? А, уже снимает моя помощница. Ребятушки, сегодня большой праздник, едем, покажу вам, как на реке Оби люди окунаются. Я, к сожалению, себе не могу эту роскошь позволить. Смотрите, вот такой вот съезд. Мы сейчас на протоку, можно сказать, съезжаем в реки Обь. Протока реки Обь. И смотрите, такая прям дорога прочищенная. И едем на свет, что называется, осторожно. А, ну два, да, есть, смотри, со стороны ЖК Возрождение, ну там более такая крутая горка, съезд, и здесь. Здесь я даже хочу сказать, съезд поприятнее с Югорского тракта. Кто-то пешком он окунулся и идет, вот так вот. Такие вот закаленные мужчины. Кто занимается закалкой, напишите в комментарии. Так, немножко картинку потрясывает, потому что, ну, неровно здесь. Потрясывает, так что извините. Так, а куда заезжать? Что-то какие-то я не поняла. Дальше идти, наверное, пешком. Да, картинку совсем, да, трясет. Извините, такая дорога. Зимник. Автозимник. Не, автозимник это еще роскошь. Так, сейчас паркуемся. О, для инвалидов. Каким же образом инвалиды? В прорубь должны попасть. Нет, добраться, так, знаете, такое придумать. Дальше сейчас посмотрим, куда идти. Но я так поняла, что паркуемся здесь. Так, что меня, я интересно, в темноте тут чудо транспорт меня, ой, транспорт, говорю, техника застанет, не, меня стеснять, нормально? Видно будет меня. Всем привет! Канал Светлана «Жизнь на севере», а то вначале не сказала. Сегодня 19 января. 2023 год. Смотрим, как проходит крещение на праздник именно в городе Сургут. Ханты-Мансийский автономный округ, северный город. Так, все, идем. Так, снимаю все. Кстати, вон там светится ЖК «Жемчужина Оби» с надписями. ЖК «Возрождение» такой красивый. Храм на геологов. Парковка. Идем. Смотри, сколько снега здесь расчищали. Так. Можно было сюда заехать. Вроде как. Машина ДПС стоит. Еще не сильно темно здесь, фонари, фонарь только впереди вижу. Эх, наушники не одела, ребят, сейчас, может, одену. Штука какая-то тарахтит. Не знаю, какая-то. Так, скорые вижу. Сейчас переверну камеру, все буду показывать. Видите,
видите, фонарь, в общем, установили. На вход такие рамки. Полиция. Туалет. Так, разделение мужская и женская. Сейчас покажу. Женская раздевалка. Видимо, туалет. Так, ну на церкви, мне кажется, больше таких желающих. Видите, все. Вон Сургут написано. Вот это соломка. И вот такая река Обь. Мы с вами посмотрим. Ребятушки, не часто смотрю я. Короче, фонарь. Фонарь освещает все это. Вон у красиво, гирлянды. Гирлянды. Глубоко здесь или сколько метров? Или просто лед пробит и вода, да? Здесь дно есть? Да. А, ну ясно. Короче, ступени. Такое дело. Ну, сейчас вот это еще. Шутки, сними с меня, женщина. Сейчас. Обь. Народ купается. Там издалека видно. Вблизи не буду показывать. Ну вот так в Обе окунаются ребятушки. Интересно, сколько градусов не хватает узнать. Хотя и не надо, наверное, узнавать. Лучше и не думать, сколько градусов-то в воде. Вон мужчина, ну я так издалека и думаю, не против. Ну на пляже же снимают людей. Ну что, видите, как все? Ой-ой-ой, мне даже холодно, смотрите. В общем, не буду комментировать. Ничего себе. А, с крещением хорошо. Говорит, хорошо. А у мужчин-то две купели, вот так вот, а женская только одна. Ничего себе, это вот такая закалка или что? Боже ж. Смотрите, сколько еще покажу льда. Вот это когда вырезали. Хотела показать, смотрите, сколько льда кубиков. Там настоящий лед. Мужчины идут и идут. Ребятушки, не знаю, аж пар валит изо рта. Что, вылечить мне кашель? Ну-ка, посоветуйте в комментариях. Утром встала, мне сказали, в купель надо окунуться. Все болезни, короче, покинут, все будет хорошо. Так, 360 градусов, ребятушки, для полного погружения. Слева женская купель с раздевалкой.
справа мужская, две купели, две раздевалки. Находимся на реке Обь. Вот так вот красиво все украшено елками, гирляндами, кубиками льда, которые вырезали. Крест вот этот. Вот так вот 360 градусов вам показала такую красоту и прелесть. Так, ну а мы еще хотим съездить на территорию церкви и посмотреть, что там. Покажу репортаж с территории одной из церквей. Сейчас выберем. Да? Все, еду. Так, можешь подержать, сейчас варежку одену. Сейчас вот так вот. Хочу еще обратный путь для полного погружения. Для полного погружения обратный путь показываю. Так, прям вычищено все. Да, осторожно. Там такой лед, прям кубики льда. Прям вообще. Некоторые купались так, как будто бы в море в июле месяце окунулись. Ну, молодцы, что говорить. Хотелось бы такую же закалку вообще. Мечта, конечно. Туалеты есть на улице. Вот такие. Здесь тоже туалет. Осторожно. Все, идем. Видите, какая мощная лампа тут. Все освещает. Генератор отапливать раздевалки. Ребятушки, вот показываю полное погружение, как если бы вы сами вот так сейчас поехали, сейчас вот пешком шли. Одним кадром снимаю, не отключаюсь. Все, идем. Здесь уже такая темнота. Да, на Оби не было 2 года купания. В том году был тонкий лед, а до этого ковидные ограничения. А на церкви же не было тоже купаний. На церкви первый раз в том году купание вообще разрешили. Да, в прошлом году, в 20-м не было, в 21-м не было купаний. И сейчас шумно, потом расскажу. Шумно. Идем. Все, все, почти дошла до машины, отключаюсь, ребятушки. Возьмешь ключи? Еще раз полюбуемся
Здесь вот такая вот парковка, ЖК Возрождение называется, храм на геологов. Впереди такой сквер, который освещается, тоже, по-моему, геологов он и называется. И находимся на парковке. Все, собираемся, едем на территорию церкви. Ну да. Не, ну я вообще хотела показать, вот раздача святой воды на территории старого Сургута. Сейчас вы узнаете меня по этому храму. Так вот это все дело выглядит. Водовозка. Но сегодня святой батюшка осветил гору водоканал. Из кранов тоже течет святая вода. Видите, вот какие градусы, все на ходу замерзает. Аж это сосульки какие образовались. Как все это дело выглядит. Такая елка красивая. Хотела показать, ребят, вам вертеп. Сейчас попозже покажу вам. Красивый вертеп, все нарядные елки, овечки в снегу. Покажу. Ой, наверху так красиво. Такой вот красивый вертеп, здесь вообще потрясающе. Я вспомнила, я же хотела сюда приехать, но на Рождество, знаете, не знаю, что выбрать. Хоть рейд по всем церквям устраивай, смотреть все вертепы. Святая вода. Насладились. Атмосферно все. Ну, конечно, не совсем поняла, зачем старый Сургут тут перекрывать. Непонятно мне. Ну, ладно. А купели здесь нету, искупаться нельзя в старом Сургуте, но здесь, в принципе, никогда и не было. Все, идем. Пупсик, тебя кто сюда привязал? Хозяина ждешь, да? А, все, такой красивый. Мы чуть-чуть полюбовались. Это он так соскучился, что ли? Да. А, он маленький еще, щенок, да? А, она? Да, сядет, ждет. Девочка. Смиренно. Ага. Ой, красавица. Ну, на этой прекрасной ноте, ребятушки, я заканчиваю свой сегодняшний репортаж. Если вам он понравился, жду от вас обратной связи в виде комментариев, лайка. А кто еще смотрит меня без подписки, подписывайтесь, и тогда мы точно не затеряемся в недрах интернета. Ну что, порой заходишь, а имя-то, название канала забыл, и попробую найти. Поэтому, кроме того, можно подписаться в телеграм-канал, я всегда там на связи. Всем желаю отличного праздника, надеюсь, вы провели его хорошо. Поскольку я выкладываю сегодняшнее видео вечером, напишите, как у вас прошел сегодняшний вечер, ездили вы на территорию церквей, может быть, кто-то окунается. Очень интересно узнать, услышать ваши впечатления, давайте делиться своими эмоциями. Все, жизнь как сериал. Мои видео выходят каждый день. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. Пока-пока.